Первый вокзал в Самаре построили в конце 19 века. Он эксплуатировался 120 лет. Интересные факты об истории городского транспорта самарцам рассказывает историк Александр Житков. Среди них и как выглядел первый трамвай, какие пароходы ходили по Волге и как сплавляли по реке гигантские плоты. Пятиэтажный груз – это беляны, это большие суда, больше похожие на кучу плотов, поставленные один на другой. Вот, собственно, они, наверное, могли бы быть размером с пятиэтажный дом. На них стояли для перевозчиков дома. Но, по сути, это плот, который сплавлялся по реке своим ходом. Многие слушатели на лекции в «Самарскую газету» приходят регулярно. Это уже восьмая встреча. Ранее горожанам рассказали о мистических зданиях, о самарских писателях и уникальной архитектуре города. Во-первых, что люди говорят, когда ходят на экскурсии? Я ходил около этого дома, я этого не видел. А действительно, боже мой, как здорово, как интересно. Людям это надо. Людей очень заинтересовала эта тема. У нас абсолютно разный возрастной состав. Школьники, студенты, учителя приходят. Приходят люди старшего поколения, задают вопросы активно. Ну, на сегодняшний день можно говорить, что проект очень успешен, очень востребован. Лекции по истории города проходят в пресс-центре «Самарской газеты» каждый вторник. Лариса Шлафаст, Артем Сулайманов. События.